Уважаемые друзья, выключите свои микрофоны, пожалуйста. Студенты. У нас даже есть люди, которые вышедшие на пенсию и очень активны, и все равно повышают свою квалификацию. Поэтому двери для всех у нас открыты. Вот только за прошлый год, хоть и была пандемия, мы обучили более 4000 человек, 4600. Представляете, мы настолько быстро наш коллектив адаптировался, мы проводили на площадке Zoom. Мы делали такие вот очень интересные тренинги на различных площадках, поэтому мы тоже, как говорится, адаптировались уже к пандемии. Совместно с Высшей школой экономики мы сегодня проводим уже 5-е мероприятие. Мы провели вместе форум, потом мы проводили антикоррупционный тренинг, да, очень хороший, международную конференцию, где приняли участие 7 республик. Вплоть до того, что мы сейчас сотрудничаем с учебными центрами Министерства экономики и финансов Азербайджана, Грузии, Таджикистана, России и Узбекистана. У нас есть общая группа даже в WhatsApp, мы все дружим, мы очень активные директора, поэтому мы хотим еще и дальше сотрудничать и не останавливаться на этом.
Лично для вас, ребята, у нас есть тоже 17 бесплатных курсов. Это все онлайн, самые замечательные курсы, такие как программное бюджетирование, местный бюджет, стим-гранты. Вот Рострудмагетовна сидит, автор именно курса, онлайн-курса по единому казначейскому счету. Все эти курсы на двух языках размещены на нашем портале образовательном. Далее, ребята, у нас есть и наши странички в Инстаграм, в Фейсбуке. У нас есть целый образовательный портал. Как я сегодня сказала, что наши двери для вас открыты. Видите, мы сегодня разместили логотипы всех вузов, которые и онлайн. Мы рады, что к нам подключились из Иссык-Кульский госуниверситет. Мы рады приветствовать ребят ОШГУ, ОШТУ, ЖАВУР, Джалабадский, УЭП, бывший теперь Токтамамадова университет. Да? Я знаю, что сегодня подключается и Таласский госуниверситет. И поэтому мы всегда рады с вами сотрудничать. Это наши контакты. Презентацию, ребята, мы вам всем вышлем на вашу электронную почту. Договорились? Спасибо большое. А сейчас давайте я перейду к следующему нашему докладу, и перед вами выступит Рострудмагетовна, пожалуйста. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Мне очень приятно видеть такую аудиторию. Очень приятно видеть ваши молодые такие лица, которые хотят работать для нашей страны, для нашего государства, для поднятия нашей экономики. Поэтому вы, здесь сидящие, являетесь нашей золотой молодежью. Вся надежда на вас, ребята, на то, что вы... Отмените все наши проекты, которые перед нами выставляет наше правительство. И в связи с этим я хочу сначала, конечно, представиться. Что-то... Или я громко говорю? Я, наверное, громко говорю. Да? Я привыкла так абсурдно. Вот это навесно, наверное, это, да? Разрешите представиться, Чуколова Роза Турбанбетовна. Я заведующая отделом анализа и методологии казначейских процедур Центрального казначейства. Здесь есть это Академия управления при президенте, да? Их нету, да? Ну, просто я это, вуз этот знаю немножко, да, с остальными мы не работали. Поэтому, конечно, очень приятно видеть, что вот Эркель Ульяпетовна сказала, что несколько вузов, да, здесь присутствует, с которыми мы ежегодно встречаемся, организуем такое мероприятие. И с каждым годом, ну, наверное, в этом году еще в связи с этой ситуацией вы так рассадили, наверное, да, выдерживая дистанцию. У нас здесь залы были забиты, негде было не то, что сидеть, даже стоять. Да, но в этом году, конечно, учитывая эту сложившуюся обстановку, видно, вот, студентов немножко, по крайней мере, да, поменьше собралось. Да? Ну, что сказать, ребята? Я как человек, наверное, я более 40 лет работаю в системе Министерства финансов. То есть начала работать в этой системе, когда вас еще даже на этом белом свете не было. Да? И в то время, когда я заканчивала финансово-экономический техникум, отделение государственного страхования. И вот с 17 лет по сегодняшний день я работаю вот в таких стенах, которые для меня очень священны. Здесь, в этих стенах, в этих кабинетах работали великие люди, которые внесли огромнейший вклад в развитие финансовой системы, в развитие кредитной, налоговой, бюджетной системы. Поэтому я считаю, что
Для вас выпала такая огромная честь, что вы присутствуете в этом зале. Именно вот в этих стенах находились и находятся люди, которые вносят и укрепляют нашу экономику, проводят огромные мероприятия, проекты для внедрения всех новых технологий в нашу финансово-экономическую систему. Ну, это так, в общем-то, в таких чертах. Я просто хотела вам представить именно то, что я сейчас вам буду представлять. Процесс кассового исполнения бюджета. Процесс кассового исполнения бюджета. Ну, я так поняла, что здесь сидит только экономическое направление, да? Экономическое направление. Какой курс? То есть это сидят наши коллеги. Ну, уже нужно, уже то, что вы финансисты, уже говорит о том, что вы наши коллеги, наши коллеги. Поэтому я вас буду называть коллегами. И начнем с того, начнем с буквы А для всех наших финансистов. Тем более, если вы уже там третий курс, завершающие курсы, то, что я сейчас вам покажу, это просто я хочу немножко обновить вашу память, да, и вот выдержки, значит, из нашего бюджетного кодекса. Вы знаете, что основным нормативно-правовым актом для бюджетной системы является бюджетный кодекс, который был введен законом с 1 января 2017 года. И согласно бюджетному кодексу, значит, бюджетная система у нас включает республиканский бюджет, местные бюджеты во множественном числе, потому что у нас более 400, да, вы знаете, бюджет социального фонда и бюджет фонда обязательного медицинского страхования. И что такое, значит, государственный бюджет? Государственный бюджет включает республиканский бюджет плюс местные бюджеты. Это наша разминка идет такая, понимаете, да? Я вашу память немножко обновляю, да? И в купе госбюджет плюс, значит, бюджет социального фонда и фонда обязательного медицинского страхования составляет бюджет сектора государственного управления. Вот мы с вами остановились на той теме, что мы подошли с вами к понятию, что такое бюджет. Ну, бюджет, вы знаете, это от английского слова, да, это кошелек, да, поэтому идем дальше. Бюджетный цикл. Тоже в соответствии с бюджетным кодексом. С бюджетным кодексом, значит, есть несколько процессов по формированию, рассмотрению, утверждению, уточнению, исполнению и контролю исполнения бюджета. То есть это проходят определенные процессы. Мы с вами, я как представляю блок исполнения бюджета, мы с вами остановимся на процессе исполнения бюджета. То есть сначала он должен сформироваться, и потом идет исполнение бюджета. Значит, что такое исполнение бюджета, да? То есть нам дают закон о республиканском бюджете. На сколько лет составляется закон о республиканском бюджете? Сколько? Вы хором сказали? На один год. Правильно. Значит, на текущий год и на два последующих года. Сейчас мы работаем в рамках реализации закона о республиканском бюджете на 2021 год и, соответственно, последующие 2022-2023 годы. Так, значит, блок исполнения бюджета. Здесь вот для исполнения бюджета я немножко, чтобы заострить ваше внимание, поставила период с 1 января по 31 декабря. Это что значит? Исполнение бюджета осуществляется в промежутке времени с 1 января по 31. Но вы иногда в литературах, там, в других материалах можете встретиться с таким понятием, как финансовый год. В принципе, бюджетный год – это и есть финансовый год. В бюджетном кодексе он у нас формируется и излагается как бюджетный год. Поэтому будем с вами говорить о бюджетном годе. И здесь хочу тоже остановиться на том, что имейте в виду, ребята, что бюджетный год не во всех странах устанавливается как промежуток времени с 1 января по 31 декабря. В разных странах он представляет разный период. То есть такие страны, как Германия, Китай,
все республики бывшего Союза Советских и Социалистических Республик, в принципе, мы работаем по бюджетному году с 1 января по 31 декабря. В таких странах, там, допустим, в США, в Соединенных Штатах бюджетный год установлен с 1 октября. То есть разные страны в зависимости от своего устройства устанавливают бюджетный год. То есть вы должны знать о том, что бюджетный год в разных странах, в разных мировых экономиках может иметь разный период. Разный период, да? У нас в Кыргызской республике бюджетный год, мы определились, да, с 1 января по 31 декабря. И последняя, значит, функция, завершающий цикл, это контроль исполнения бюджета. Контроль исполнения бюджета осуществляется высшим органом. Какой высший орган проверяет? Министерство финансов. Кто имеет право проверять? Какой орган? Только счетная палата. Счетная палата. Это высший орган, который имеет аудита. Она подготавливает свой отчет об аудите и проводится определенная работа. Это вот коротко все очень о бюджетном цикле. Согласно статье 105 бюджетного кодекса, уполномоченный государственный орган посредством единого казначейского счета является прямым участником межбанковских и платежных счетов. Что это значит? Это значит, я как-то привыкла туда смотреть, да? Сюда встану, там неудобно. А, мне вот так надо ставить, что ли? А я привыкла. Надо же было предупредить. Да? Значит, межбанковская платежная система Кыргызской Республики. Я думаю, что вы все знаете, что такое, да? То есть все коммерческие банки, все, кто задействован в банковской деятельности, все операции и совершение банковских транзакций осуществляется через платежную систему. По соответствии с отчетом Национального банка Кыргызской Республики, по состоянию на 1 января 2021 года у нас зарегистрировано 23 коммерческих банка, которые имеют 312 филиальных сетей. То есть это вот то, что данные Национального банка. И что характерно, и прошу обратить ваше внимание на то, что с 1 января 2017 года Центральное казначейство Министерства экономики и финансов тоже становится прямым участником межбанковской системы. То есть Центральное казначейство тоже выступает как банк. То есть мы осуществляем транзакции, проводим операции, связанные с бюджетными средствами. То есть мы немножко такой государственный специфический банк, который работает только с бюджетными средствами. То есть если коммерческие банки там принимают платежи, там осуществляют какие-то другие операции, да, там перевод и все такое, мы работаем только с бюджетными средствами. Только с бюджетными средствами. И вот это основная такая причина именно введения формат межбанковской платежной системы явилось то, что до 1 января 2017 года, то есть до введения в действие бюджетного кодекса, мы нанимали как бы коммерческие банки. И вот эти наши платежи по бюджетным средствам проводили коммерческие банки. И, соответственно, включаясь в межбанковскую систему, мы отказываемся от услуг, как мы называли, банки-агенты, и сами становимся прямыми участниками. То есть мы с 1 января 2017 года казначейство само осуществляет все операции и транзакции по исполнению бюджета в бюджетной системе. Это вот такая особенность, которая была введена бюджетным кодексом 2017 года. И вообще хочу остановиться, что с введением бюджетного кодекса у нас изменились очень много процессов, именно казначейских процедур, которые пошли навстречу уже нашим бюджетополучателям.
сократили сроки доведения бюджетных обязательств. То есть мы, в общем-то, мы еще до цифровизации, да, до указов о цифровизации, уже работали с 2008 года, введена у нас автоматизированная система. Мы уже отошли, уже сколько получается, 8, 20, 10 лет, да, как отошли уже от бумажных носителей. То есть мы уже в режиме онлайн работаем давно, наша система министерства. Поэтому для нас вот эти вопросы цифровизации, введения, совершенно не ново, потому что мы это, в принципе, уже проходим, проходили и еще будем проходить. Так, бюджетный кодекс, а также статья 105, она у нас так и называется, единый казначейский счет. И сущность единого казначейского счета, что это такое? Единый казначейский счет – это счет, который размещен в Национальном банке Кыргызской Республики. Очень многие ошибаются вот за практику и вообще за вот эти годы. Очень многие почему-то всегда считают, что средства денежные, вот именно вот такие бумажные, твердые, находятся в Министерстве финансов. В Центральном казначействе лежат эти деньги, и мы сидим эти деньги считаем. Потому что я говорю, это не просто, да, потому что к нам приходят очень много таких же студентов, как вы, ну, я не буду называть, какие вузы, чтобы никого не подводить, да, и всегда говорят, а где вы храните деньги? Все же говорят, что в Министерстве финансов есть централизованный счет, на котором размещены бюджетные средства. Да, они у нас есть, не у нас, а у нашего государства, у наших налогоплательщиков, но эти средства размещены в Национальном банке. Поэтому здесь у нас никаких сейфов, шкафов, подвалов нету. И все это в соответствии с соглашением размещается в Национальном банке. И согласно этой статье 105, в системе казначейства открывается по источникам образования открывается бюджетный счет, специальный счет и депозитный счет. Депозитные счета. То есть все бюджетные учреждения, которые финансируются как из республиканского, так и из местного бюджета, всем этим учреждениям, по всем операциям, по всем видам операций открываются счета только в системе казначейства. Ни одно бюджетное учреждение не имеет права открывать счета вне системы казначейства. Вот это, пожалуйста, запомните. Ни одно бюджетное учреждение. Единственное, что может быть исключением, если поступает какой-то грант, вот, допустим, идет, вы знаете, все прекрасно, там российский грант, там швейцарские гранты идут, да, для оказания какой-то помощи, они все поступают тут сюда же к нам на единый казначейский счет. Но просто открывается для них субсчета, потому что это требование грантодателя. И если грантодатель указывает, пожалуйста, разместите наши средства на отдельном счете, мы, конечно, таким грантодателям открываем счета не на ЕКС, а как субсчет единого казначейского счета, и они входят как ресурсную часть нашего бюджета. То есть они приходят к нам в разной валюте, это может быть и рубли, и доллары, и так далее, да? Но мы в любом случае делаем конвертацию нашей национальной валюте. Какая валюта у нас национальная? Ну, хорошо, да? Значит, мы конвертируем это все в сомовый эквивалент и все это держим на нашем едином казначейском счете. Так, статья 6, это кассовое исполнение бюджетов, значит, осуществляется на основании казначейских подсчетов. У нас, значит, разработана нормативно-правовая база, на основании которой мы осуществляем именно проведение казначейских процедур и кассовое обслуживание исполнения бюджета. Вы сейчас заметили, что я добавила одно новое слово – обслуживание. То есть мы обслуживаем бюджеты. Мы что делаем? Мы проводим их операции. Поэтому вы, как финансисты, как мои коллеги, всегда должны знать, что такое кассовое исполнение бюджета и кассовое обслуживание исполнения бюджета. Территориальное управление
Министерство экономики и финансов на местах осуществляет кассовое обслуживание исполнения бюджета. То есть мы выполняем операции по исполнению бюджета, обслуживаем как банк наших бюджетополучателей. То есть получается у нас клиенты как есть республиканского, вы знаете, что учреждения есть республиканского бюджета, местного бюджета, все эти бюджеты обслуживаются у нас в территориальных управлениях. Вот как Эркида Людмитовна отметила, у нас 55 территориальных управлений, и все территориальные управления у нас находятся во всех регионах, в каждом районе у нас есть свое территориальное управление, которое непосредственно обслуживает наших клиентов. Наши клиенты – это бюджетные учреждения. Кассовое исполнение, значит, бюджетов осуществляется именно нашими территориальными управлениями. Спасибо. Так, ну и такой краткий. Конечно, те 15 минут, которые нам отведены, ну пусть 20, я там займу еще 5 минут, да, те 20 минут, которые нам отведены, конечно, недостаточно для того, чтобы осветить весь процесс кассового исполнения бюджета. Вы сами понимаете, вы сколько лет учитесь? 3-4, да? Потом идете в магистратуру, там учитесь, да? И все эти годы вы изучаете государственный бюджет, исполнение бюджета, что такое бюджет. Естественно, за те 15 минут, 20 минут осветить практически все нюансы исполнения бюджета, вы понимаете, что это практически невозможно. Да? Поэтому для вас просто сделана такая выборка основных моментов и упрощенные формы, допустим, сейчас вашему вниманию будет представлена упрощенная форма бизнес-процесса поступления и учета доходов в системе казначейства. То есть для того, чтобы осуществлять расходы, если я захочу себе что-то купить, шоколадку, да, для этого что, я должна иметь же, наверное, деньги в кармане, да? Мне никто бесплатно, наверное, не даст это, да? Поэтому для того, чтобы проводить какие-то расходы, естественно, мы должны обеспечить себе доходную часть. Поэтому, то есть единый казначейский счет, я как всегда говорю, простым языком, это такой большой-большой котел, в который поступают средства, из которого уходят средства. То есть вот, пожалуйста, простом. Так, продолжаем теперь. Да? Бизнес-процесс поступления учета доходов в системе казначейства. Мы все с вами являемся налогоплательщиками. Или кто-то из вас не является. Правильно, да? Мы все, каждый, и я, и вы, и ты, и он, и она, мы все являемся налогоплательщиками. В какой-то мере мы уплачиваем какие-то налоги, и, соответственно, вся то, что мы платим, все доходы, не налоговые, налоговые доходы, все поступления ресурсов мы оплачиваем через коммерческие банки, которые поступают на наш единый казначейский счет. Вы эти свои платежи, какие-то виды платежей, можете уплачивать в любом коммерческом банке. Как я выше отметила, у нас 23 банка и 132 филиала. В любом отделении, на любой территориальности нашего, великой нашей страны будете платить, в любом случае они попадут на ЕКС. Кто-то, если посчитает, что он оплатит где-нибудь там на Рыне в Ахтале, и эти деньги не попадут, они все равно к нам попадут. Поэтому имейте в виду, что вся доходная часть, касающаяся ресурсов бюджета, она вся попадает к нам на единый казначейский счет. И, соответственно, мы с вами являемся какими? Физическими лицами. Ну и также есть как юридические лица, да, которые оплачивают также налоги, платежи и так далее, и так далее. Значит, куда они попадают? Они попадают к нам на единый казначейский счет.
Автоматизированная система казначейства, которая у нас была запущена с 2008 года, как я уже отметила, значит, она автоматизированно расщепляет доходы по уровням бюджета. Что такое уровни бюджета? Да? Мы с вами же самую первую презентацию, первый слайд я вам для этого и показала, чтобы мы с вами сориентировались, что есть уровень республиканского бюджета, есть уровень какого? Какого? Местного? Вот кто сказал местных бюджетов? 5 передайте, хорошо? Пусть преподаватель вам 5 поставит. Я вам уже говорила, что у нас более 400 местных бюджетов, поэтому как бы... А вы сказали местный бюджет. Не обижайтесь, да? Но я об этом уже говорила. Значит, местные бюджеты. Поэтому мы, когда говорим о местных бюджетах, мы должны говорить всегда во множественном числе. Да? Местные бюджеты. Все, что поступает по уровням бюджета, наша автоматизированная система размещает и расщепляет это все по уровням бюджета, по кодам. У нас есть бюджетная классификация. И в соответствии с этой бюджетной классификацией идет расщепление по всем кодам. То есть это очень много. Ну, доходную часть, конечно, вы тоже уже должны знать. Мы сейчас по доходам, по видам доходов рассматривать, конечно, не будем. Я просто говорю, что вся доходная часть поступает у нас на единый казначейский счет. Все, деньги к нам поступили. Да? И поступили теперь особенно женщины. Мы что любим делать? Мы любим их расходовать, да? И вот теперь бизнес-процесс кассового обслуживания и исполнения бюджета. Здесь тоже, пожалуйста, обратите внимание, кассовое обслуживание, да? То есть мы получили доходную часть, обеспечили ресурсную часть, и теперь должны провести кассовые расходы. Кассовые расходы. Ну, формула и механизм очень простой. Я бюджетное учреждение. Допустим, там республиканского бюджета или на уровне местного бюджета, это не имеет значения. Я в автоматизированном режиме со своего ARM, знаете, что такое, да? Что это такое? А вы просто, наверное, еще после обеда хорошо не отдохнули, да? Покушали хорошо, и теперь, наверное, немножко расслабились, да? ARM – это автоматизированное рабочее место. То есть каждое бюджетное учреждение со своего автоматизированного рабочего места подает заявку на кассовые расходы. Эта заявка приходит также все в... Я вам сказала, что мы уже давно отошли от твердых вариантов. Поэтому все это в автоматизированном режиме. Поступает в территориальное управление, 55 тоже мы уже говорили, да, и, соответственно, потом данная заявка перенаправляется на исполнение в центральное казначейство. То есть на проведение вот этих операций требуется максимально 3 минуты. На 1 января 2021 года у нас по лицевым счетам присвоено лицевых счетов более 4000. То есть это бюджетные учреждения, состоящие как на РБ, республиканском бюджете, так и на местном бюджете. Поэтому вот эти заявки поступают к нам по 4000 бюджетных учреждений. И мы обеспечиваем моментальность проведения этих платежей. Независимо с какой территории, какие поступают к нам заявки. Но вы знаете, сейчас, конечно, вы тоже... В принципе, вот это 2020 год был очень сложным для нас, да? Конечно, наше государство в пределах наших ресурсов мы исполняли только проведение и обеспечивали заявку только по защищенным статьям расходов. Незащищенные статьи расходов у нас были приостановлены. Ну, это, я думаю, что было временное. Все пойдет нормально, и все у нас нормализуется. И здесь вот все это в автоматизированном режиме. Каждый участник бюджетного процесса у нас имеет свое ЭЦП. Знаете, что такое ЭЦП? Электронная цифровая подпись. Да? И, соответственно, вся работа, все исполнение осуществляется с применением электронной цифровой подписи. Я уложилась минуту, да? Очень долго отсчитывала, но это уложилось. Спасибо вам большое. Я всегда рада приветствовать вас. Мне очень
Приятно вас видеть. Казначейство для вас всегда открыто. Мы находимся вот рядом в здании, в голубом здании. Учебный центр на 6-м этаже, мы на 4-м этаже. При возникновении каких-либо вопросов, пожалуйста, я всегда готова вам ответить. Приходите, представляйте, что вы присутствовали на наших мероприятиях по дням открытых дверей, и мы всегда готовы вас выслушать, помочь вам каким-либо теоретически, практически, мы всегда для вас открыты. И открыто, наверное, не только казначейство, Министерство финансов, вот так тоже для вас открывает двери. И я желаю вам что? Я желаю вам просто, сейчас я не могу не сказать, китайская есть одна пословица, вы, наверное, ее знаете. Если накормить голодного человека рыбой, он просто насытится и будет сыт один день. А если мы научим этого человека ловить рыбу, он будет сыт и радостен всю свою жизнь. Да? Я просто понимаю, что за 15 минут научить чему-то практически невозможно, но мы попытаемся хотя бы что-то для вас оставить, какие-то приятные ощущения от того, что вы находились в стенах нашего такого прекрасного министерства. Да? И я на 100% уверена, что среди вас сидят министры экономики, среди вас сидят министры, заместители министров, начальники управления, начальники отделов, заведующие территориальных управлений. Это не исключено, что завтра вы станете такими же прекрасными руководителями, и мы вместе с вами будем плыть на нашем таком корабле, да, который называется «Кыргызстан». И будет этот корабль управлять, и будете вы. Все, спасибо. Большое спасибо, Рустам Мамбетов. Пожалуйста. Уважаемые ребята, мы говорили, что сегодня подключаются наши партнеры, с которыми мы подписали меморандум о сотрудничестве. И я хотела бы предложить Дмитрию Кашину, руководителю отдела международного сотрудничества Высшей школы экономики Пермь, Российская Федерация. Дмитрий, вы нас слышите? Да, отлично слышу. Спасибо. Здравствуйте. Вас не слышно? Здравствуйте. Я вас слышу. Но не слышим. Так. А все участники конференции слышат? Да, слышим. Да. Да, конечно. Отлично. Сейчас подождем. Может быть, надо там звук сейчас настроить коллегам. 10 участников, вот как вы видите, да? Онлайн из всех регионов нашей страны. Дмитрий, мы вас видим, но не слышим. Так, нас не слышно. Наверное, у вас со звуком какие-то нюансы. Давайте я сейчас возьму трубку. Да-да-да, наверное, у вас со звуком там нюансы какие-то. Тут все участники нас слышат. А, не, у меня включен микрофон, меня все, кто вот сейчас в Zoom-конференции, слышат. Вот. А может быть, у вас там надо звук как-то прибавить или включить? Потому что мы вас слышим хорошо. Да, вот тут пишут, что слышно отлично. Наверное, что-то с колонками. Да, дорогие ребята, сейчас подождем. Спасибо, вижу, что меня слышно. Сейчас подождем. Так, а теперь не слышно учебный центр. Ну, сейчас. Сейчас. Так, дорогие коллеги, здравствуйте. Слышно ли сейчас? Да, слышно. Да. Так, сейчас мы у учебного центра еще спросим. Дорогие коллеги. Я говорила вам о казначействе в системе исполнения бюджета. Сейчас мы им напишем.
Слышите сейчас? Да, да, слышу. Да, спасибо. Сейчас тут учебного центра. Дмитрий. Да, да. Слышно нас? Не слышно. Теперь слышно. Извиняемся, Роза Джи. Простите, пожалуйста. Растормобетом. Вот, наконец-то мы услышали, да? Вот, уважаемые ребята, которые онлайн, отключите ваши камеры, эти звук, пожалуйста. Еще раз разрешите представить Дмитрия Кашина, руководителя отдела международного сотрудничества. И он выступит на теме, какие карьерные траектории доступны выпускникам экономических направлений. Пожалуйста, Дмитрий. Спасибо большое, дорогие коллеги. Всем еще раз здравствуйте, дорогие участники нашей конференции. Сегодня мы представляем Высшую школу экономики вдвоем с Никитой Александровичем Клюевым. Никита Александрович – руководитель Центра маркетинга и коммуникации Высшей школы экономики в Перми. Я Дмитрий Викторович Кашин, руководитель отдела международного сотрудничества. Передаю слово Никите Александровичу, чтобы начать нашу презентацию. Мы постараемся уложиться в 30 минут. Да, большое спасибо. Добрый день, дорогие участники. Сейчас я запущу презентацию, и мы с вами начнем. Так, и, пожалуйста, все видно? Да, видно. Да. Видно, видно. Да, это... видно. Да, тема нашей сегодняшней встречи – это те карьерные траектории, карьерные перспективы, которые открываются выпускникам бакалавриата по экономическим направлениям. И давайте мы начнем обсуждение этого вопроса, собственно, с отправной точки. Вот вы закончили бакалавриат. Что делать дальше? И дальше фактически вы находитесь на развилке. Вы либо начинаете практическую деятельность, возможно, вы ее начали уже во время учебы, и, соответственно, вы будете ее продолжать. То есть это то, что по старинке называется работой по специальности и представляет собой вход в практику. Либо вы можете продолжить свое обучение. Самый логичный, самый частый вариант продолжения обучения после бакалавриата – это, конечно, магистратура. И, собственно, вот любой вариант, хоть продолжение обучения, хоть практическая деятельность, ни один из этих вариантов не лучше другого, они разные, все зависит от того, какие вы задачи перед собой ставите, какие у вас интересы и возможности на текущий момент, но вне зависимости от того, какой путь вы выберете, в определенный момент вы столкнетесь с тем, что вам нужно продолжить обучение. Ну, потому что сегодня, в 2021 году, концепция lifelong learning, то есть концепция непрерывного обучения, это скорее не возможность, а необходимость, которая стоит перед нами. Потому что, опять же, вне зависимости от того, в какой сфере мы с вами работаем, мы ощущаем большое количество трансформаций, изменений, турбулентности, которые в этой сфере происходит. Это может быть и цифровизация экономики, это могут быть и социальные изменения, это могут быть и последствия, например, пандемии и ее влияние, которое она оказала на огромное, на колоссальное количество сфер. Если вы продолжаете свою практическую деятельность, то есть вы работаете, у вас есть определенный набор, ну, скажем так,
инструментов получения новых знаний. Ну, например, это повышение квалификации, или, например, это короткие курсы, или какие-то отдельные кейсы, новости и иная информация внутри вашей практической деятельности, которую вы собираете самостоятельно. То есть вот тот каркас новых знаний, который вам необходим, вы собираете самостоятельно. Это один путь. Есть второй путь. Второй путь более комплексный, в этом смысле более простой, это магистерское образование. Что такое магистратура в России сегодня? Магистратура – это двухгодичная программа, которая комплексно дает базовые знания в определенной профессиональной области, над которыми настраивается широкий инструментарий, который необходим для работы, и набор soft skills, то есть мягких навыков, которые повышают вашу конкурентоспособность на рынке труда. Допустим, вы выбрали второй вариант и, ну, по крайней мере, задумываетесь о том, не выбрать ли вам магистратуру. Вот, собственно, для тех, кто задумывается об этом, мы нашли статистическую информацию о том, что дает, о том, какие преимущества дает магистерское образование по сравнению с бакалаврским. Первое – это большая конкурентоспособность на рынке труда. Данные, которыми мы располагаем по России, показывают, что процент трудоустроенных выпускников со степенью магистра гораздо выше, чем процент трудоустроенных бакалавров. Это первое. Второе – это больший набор позиций, на которые вы можете претендовать. Опять же, это российская реальность, но я думаю, что в Кыргызской республике в каком-то смысле она тоже повторяется. В России без степени магистра невозможно стать руководителем в рамках госслужбы. В том числе, например, вы не можете стать прокурором или судьей, или если вы развиваетесь в сфере юриспруденции, вы не сможете стать адвокатом, вам для этого необходимо магистерское образование. Ну и, конечно, более высокие зарплаты. Эта ситуация характерна не только для постсоветского пространства, она характерна для Европы и Северной Америки. Вот здесь мы приводим данные Бюро трудовой статистики Соединенных Штатов Америки, которые показывают, что выпускники магистратуры могут претендовать на заметно большие заработные платы, чем выпускники бакалавриата. Я говорю достаточно быстро, чтобы не затягивать. Если у вас будет желание, вы можете написать нам в чате, мы обязательно вышлем вам эту презентацию, чтобы вы могли познакомиться с ней подробнее. И когда вы понимаете, что вы хотите получить магистерское образование, здесь у вас тоже есть два пути. Первый путь – это путь тот, по которому вы шли в рамках бакалавриата. То есть если вы получили бакалаврское образование по направлению экономика, вы продолжаете двигаться в русле экономики. Это позволит вам углубить знания в определенной узкой области, как-то профилизироваться в ней. Ну вот здесь мы привели пример, что у вас есть, например, базовое образование по направлению экономика, и вы поступаете в магистратуру по финансовой аналитике. Эта магистратура позволяет вам лучше понимать, как работает, как устроен финансовый сектор экономики, как работают фондовые рынки, как работают инструменты, в том числе цифровые инструменты финансовой аналитики, и, собственно, вы углубляетесь в эту сферу. Но есть и второй вариант. Это очень важно, потому что этот вопрос очень часто задают нам выпускники бакалавриата. А можно ли мне с базовым образованием в одной сфере пойти в магистратуру из другой сферы? Ответ – да. Однозначно да. И это хорошо, потому что вот болонская система, двухступенчатая, бакалавриат плюс магистратура, фактически дает вам право на ошибку. Если вы поняли, что ваше базовое бакалаврское образование – это, ну, не совсем то, чем вы хотите заниматься, вы можете поступить в магистратуру, ну, в какое-то смежное, соседнее, другое направление. Понятно, что ситуация, в которой вы там учились в бакалавриате на актерском мастерстве, а потом поняли, что вы хотите работать в ядерной физике, наверное, невозможно, но и такие ситуации происходят редко. Вот. С вашим базовым экономическим образованием вы можете выбрать достаточно большой круг сфер, потому что у вас очень широкое образование, которое дает вам много возможностей для карьерного развития. Ну, вот здесь приведен пример, что вы можете поступить в магистратуру по правовой поддержке предпринимательства. Что это вам даст? Вы сможете мигрировать в область юриспруденции, в область права, но в то же время у вас будет бэкграунд по экономике, и это будет означать, что вы лучше, чем, например, юрист, сможете проводить экономико-правовой анализ, ну, потому что вы знаете, как работает экономика. И в этом будет ваше конкурентное преимущество. Вот на одном конкретном примере нашей выпускницы мы можем показать, как нелинейно, как разнообразно может
на сегодняшний день развиваться карьерная траектория выпускника бакалавриата. Екатерина Опарина окончила бакалавриат в экономике в Пермском кампусе Вышки. Она поняла в определенный момент, что, наверное, ей хочется получить образование менеджериальное, образование управленческое, и она выбрала магистратуру государственное и муниципальное управление. Это смежная, соседняя область, и после этого она какое-то время работала в Центре прикладной экономики. То есть она занималась прикладными исследованиями по запросам внешних заказчиков. После этого она поняла, что она хочет работать вообще в академической сфере. Она хочет получить степень PhD, и, собственно, ее на бэкграунд в виде бакалавриата по экономике и магистратуре по государственному и муниципальному управлению позволили ей окончить PhD-программу в университете СУРЭ. И сейчас она работает в одном из самых топовых университетов мира, это Лондонская школа экономики, и там Екатерина работает на позиции постдока. То есть вот один конкретный пример показывает, что вы можете продолжать обучение в течение всей жизни, и каждый раз вы можете двигаться нелинейно. Вы можете делать шаг вправо, шаг влево, в зависимости от того, как выстраиваются ваши интересы, ваши задачи и потребности. Согласитесь, это хорошая возможность, потому что если вы в определенный момент совершите ошибку, у вас всегда есть возможность ее исправить. Мы регулярно это наблюдаем на примере наших выпускников, потому что у нас есть и бакалаврские, и магистерские программы. И вот, собственно, мы сейчас на примере наших магистерских программ можем показать вам, как выпускники экономического бакалавриата могут выстраивать свою карьерную перспективу. Вот здесь мы наши 8 программ магистратуры условно разделили на 2 блока. Программы, которые фокусируются на аналитике, и программы, которые фокусируются на управлении. Согласитесь, и то, и другое близко экономике, да, потому что если вы хотите заниматься аналитикой, вы сможете выйти в эту сферу, потому что у вас есть хорошая математическая база. Если вы понимаете, что вы хотите работать в сфере менеджмента, у вас тоже есть такая возможность, потому что вы понимаете специфику рационального принятия решений, вы понимаете теорию менеджмента, и, скорее всего, она у вас была в учебном плане в бакалавриате, и вы можете мигрировать в эту область. Вот сейчас мы познакомим вас с этими программами. Первая программа – это программа Smart Marketing, данные, аналитика, инсайты. Это программа по маркетинговой аналитике. Она готовит специалистов, которые умеют на основе анализа маркетинговых данных выстраивать креативные концепции и помогать компаниям принимать адекватные, правильные, корректные маркетинговые решения. Если посмотреть на учебный план этой программы, можно обратить внимание, что здесь есть и стратегический компонент, такой как, например, дисциплина маркетинговой стратегии. Здесь есть и исследовательский компонент, например, маркетинговые исследования или клиентская аналитика. Есть компонент, связанный с современными цифровыми инструментами маркетинга, такие как, например, интернет-маркетинг и интернет-аналитика. И есть какие-то креативные компоненты, такие как, например, брендинг и бренд-коммуникации. В общем, это та программа, которая позволяет, как я уже сказал, на основе большого объема данных о клиентах выстраивать адекватные маркетинговые решения. Следующая программа – это программа финансовой стратегии и аналитика. Собственно, это вот та программа, которая позволит вам, выпускникам экономических направлений, профилизироваться в области финансового менеджмента и финансовой аналитики. Эта программа уникальна тем, что она содержит в себе компонент принятия решений на основе данных. Сейчас я покажу вам учебный план этой программы. Вот он состоит из 4 компонентов. Первый компонент – это базовая дисциплина, но вы с ними знакомы, и в этом ваша сила, потому что вам не нужно дополнительно вникать в теорию финансов и макроэкономику. Следующий блок – это, собственно, data-driven decisions in finance, то есть решения в финансах, основанные на данных. Блок этих дисциплин содержит в себе погружение в языки программирования R и Python, аналитику данных, машинное обучение. И 2 других блока, связанные с финансовой аналитикой в фирмах и аналитикой финансовых рынков. Это означает, что вы сможете работать как в корпоративном секторе, так и в государственных регуляторах, так и, например, в частных банках. Следующая программа – это программа информационной аналитики в управлении предприятием. Это IT-программа, и это программа, на которую чаще всего поступают выпускники бакалавриата
технических направлений или экономических, ну, потому что здесь требуется математическая подготовка, а у вас она уже есть. Выпускники этой программы умеют разрабатывать IT-решения, заниматься бизнес-аналитикой, строить архитектуру данных и автоматизировать бизнес-процессы. Фактически она объединяет в себе три блока компетенций. Это бизнес-аналитика, это менеджмент IT-проектов и это разработка информационных систем. Если мы посмотрим на эти три блока более детально, мы увидим, что здесь содержатся компоненты и моделирования, и управления, и автоматизации, и работы с большими данными. И четвертая программа из блока аналитики – это самая необычная программа, программа, которая не похожа вообще, наверное, ни на одну другую. Она называется «Цифровые методы в гуманитарных науках». О чем эта программа? Эта программа фактически появилась в ответ на запрос гуманитариев о том, что они обладают большим набором данных, они обладают большим количеством текста, большим количеством визуальной информации, которую нужно как-то обрабатывать. И с помощью инструментов цифровой гуманитаристики, или, если говорить, использовать международные термины Digital Humanities, можно получать совершенно новые результаты. Вот здесь мы как раз можем на это посмотреть. То есть, если мы обладаем большим количеством текстов, то мы с помощью инструментов корпусной лингвистики можем производить такой анализ, который мы никогда бы не произвели вручную. Мы можем с помощью инструментов визуализации представить данные в гораздо более наглядном виде и увидеть то, что раньше было просто непредставимо. И с помощью новых медийных инструментов мы можем создавать и распространять новые формы знаний. Если мы посмотрим на структуру учебного плана, то мы увидим, что здесь есть гуманитарный компонент. И здесь, наверное, как раз то, чего вам не хватает как выпускникам экономического бакалавриата, хотя я могу ошибаться, но это, собственно, то, что позволит вам глубже понять гуманитарную специфику. Здесь есть блок введения в науку о данных, и здесь ваш математический бэкграунд как раз будет играть вам на руку. И эти блоки объединяются в блоке концепции Digital Humanities, то есть, собственно, концепции цифровой гуманитаристики, которые позволяют создавать новые продукты. И также эта программа обучает работе с большим цифровым цифровым инструментарием, таким как, например, использованием IT в гуманитарных областях, это и сетевой анализ, это и цифровые технологии работы с текстом, и работа с новыми медиа, в том числе с цифровым образованием и онлайн-образованием, и курсы по выбору, которые позволяют вам выстраивать какие-то, ну, надстраивать какие-то индивидуальные компетенции. Вот, собственно, если говорить кратко, это четыре совершенно разные программы, каждый из которых содержит, ну, скажем так, возможности входа для выпускников экономического бакалавриата. Но если вам не очень интересна аналитика, а больше интересно управление, вы можете сконцентрироваться и на других программах. И, собственно, сейчас я хочу передать слово Дмитрию. Он расскажет о программах, которые фокусируются на управлении. Спасибо большое, Никита Александрович. Дорогие участники конференции, давайте рассмотрим четыре программы, которые у нас фокусируются на управлении. Первая программа – это управление проектами, проектный анализ инвестиций, технологии реализации. Эта программа готовит высококвалифицированных управленцев, которые, ну вот стабильно практика показывает, что способны руководить подразделениями компаний не меньше, чем в 15 человек. То есть вы можете сразу закончить эту программу и устроиться работать проект-менеджером. Собственно, также планировать портфели проектов в компании, не только рассматривать, значит, предыдущие уже сформированные портфели, но и заниматься бюджетированием в частности. Ну и вот здесь мы привели такой тезис: быть проектным менеджером — это значит не бояться задач любой сложности. Вот эти коллеги, они здесь строят атомную электростанцию, наши выпускники, они способны руководить и такими проектами в том числе. Собственно, учебный план программы управления проектами, он состоит из трех больших блоков. Первый блок, он прокачивает базовые навыки. Второй блок – инструментальные навыки. И те, и другие мы сейчас в современном мире называем hard skills. И третий блок – это дисциплины, направленные на развитие так называемых гибких навыков, soft skills. То есть это некие надпрофессиональные навыки, умение хорошо говорить, правильно поставленная речь, навыки презентации, которые сейчас очень важны в рабочем процессе. Следующая программа – это государственное и муниципальное управление. Могу сказать на примере своей траектории. Я сам заканчивал программу экономика в бакалавриате, являясь выпускником экономического профиля, а затем пошел на программу государственное и муниципальное управление.
Эта программа готовит действительно профессионалов в сфере управления для органов власти всех уровней, но это не только федеральный, региональный и муниципальный уровень, это в том числе и крупнейшие корпорации, например, Российской Федерации, которые финансируются из государственного бюджета, например, Росатом, Роскосмос, Роснано, Московский метрополитен и другие компании крупные, в которых работают наши выпускники. Программа состоит из трех блоков. Первый блок – это фундаментальное государственное управление, то есть это и экономическая политика, и проектное управление, и бюджетный процесс, и как устроена казначейская система. Второй блок – это инструменты управления и различных исследований, то есть это управление государственными контрактами и закупками, это и исследования в госуправлении. И дальше на втором курсе уже наши магистранты выстраивают индивидуальные траектории. Кто-то выходит на практику в госорганы, кто-то идет устраивается в крупные корпорации. Также у нас множество межкампусных дисциплин и онлайн-курсов на этой программе. Следующая программа, про которую хочу рассказать, это правовое обеспечение предпринимательской деятельности. Эта программа готовит будущих специалистов в сфере юриспруденции, очень качественных специалистов, и она делает фокус на гражданском праве, на предпринимательском праве в частности. И у нас магистранты, как говорил Никита Александрович, с этой программы дальше могут получить должности адвоката, нотариуса, судьи. Из чего же состоит эта программа? Базовый блок – это гражданское и предпринимательское право, плюс экономико-правовой анализ, то есть это комплексный анализ того, как, собственно, защитить бизнес, защитить некие экономические процессы, которые в современную эпоху цифровизации сплошь и рядом перестраиваются. Ну и, конечно, это работа с цифровыми инструментами, то есть грамотный юрист – это тот юрист, который умеет четко найти информацию, быстро ее найти, определенным образом переработав, преподнести заказчику. Следующая программа, про которую вам также мы расскажем, ну вот здесь у нас еще есть слайд, там, чему учат на программе правовое обеспечение предпринимательской деятельности, но мы вам отправим эту презентацию, собственно, вы сможете ознакомиться более подробно, мы рассказываем так достаточно быстро в рамках нашего времени, которое нам предоставлено. И вот последняя программа и последняя, собственно, траектория, которая, по сути дела, включает в себя управление не только некими вещественными моментами, а управление эмоциями, управление впечатлениями. Эта программа называется «Экономика впечатлений, музейный, событийный и туристический менеджмент». Она, собственно, готовит аналитиков и управленцев, которые способны проводить крупные фестивали, крупные мероприятия, в том числе сейчас в цифровой среде, в онлайне, такие конференции, например, как да. сейчас, и также да. развивает подходы с историко-культурным наследием, как правильно работать с музейными артефактами и так далее. Собственно, структура программы – это два курса. Первый курс и второй курс. На первом курсе наши магистранты изучают такие базовые моменты, как стратегическое планирование, экономический анализ и как это применяется в сфере культуры. И здесь вы видите основные дисциплины, которые читают ведущие преподаватели как России, так и мира на наших программах. А второй курс, собственно, программа «Экономика впечатлений», он уже идет у нас с фокусом на управление, на менеджмент различных мероприятий, плюс на проведение исследований, поскольку после каждой программы магистратуры по ее окончании надо защищать магистерскую диссертацию. Ну и дальше расскажем вам про то, а как же вообще поступить в магистратуру. И мы представили этот процесс в презентации в виде 5 шагов. Собственно, шаг номер 1, который мы рекомендуем всегда делать заранее и очень осознанно к этому подходить, это определиться с выбором образовательной программы магистратуры. Мы вам представили сейчас несколько направлений, которые есть в Высшей школе экономики в Перми. И, собственно, прием заявок во многих университетах, в том числе и в Вышку, начинается с 1 ноября и продолжается до 15 августа ежегодно. Собственно, прием уже вовсю идет. Если кто-то заинтересуется, можно к нам будет впоследствии обратиться. Шаг номер 2 – это регистрация в личном кабинете. Сейчас ввиду пандемии у нас все сервисы переведены в дистанционный формат.
Соответственно, во многих университетах созданы личные кабинеты для поступающих, можно получить логин и пароль, подать заявку, дальше заполнить информацию о себе и указать обычно до 2 образовательных программ. Причем эти программы могут быть даже не связаны между собой, то есть вы можете выбрать условно программу правовое обеспечение предпринимательской деятельности и программу финансы. Здесь приведена также ссылочка на личный кабинет Высшей школы экономики, QR-код, который можно отсканировать, ну и в презентации он дальше у вас у всех будет. Собственно, следующие шаги. Здесь вот мы еще представили, как у нас выглядит личный кабинет, да, то есть регистрация, получение логина, пароля, и дальше выбор программ. Собственно, вот здесь у нас представлен выбор программ, которые в Вышке в Перми. Дальше следующий шаг, это шаг номер 3, это подготовка портфолио. В магистратуру в большинстве университетов Российской Федерации вступительное испытание – это конкурс портфолио. И портфолио во многих вузах оценивается по 100-бальной системе. У нас в Высшей школе экономики делается также. Оценка неудовлетворительна, ниже 30 баллов. Портфолио сейчас все в электронном виде, все делается на компьютере и загружается дальше в личный кабинет. И многие университеты предоставляют возможность предварительно узнать оценку за портфолио, сделать так называемый preliminary check документов, которые подаются на поступление. Вот в Высшей школе экономики у нас есть замечательный проект, который называется «Конкурс эссе», поскольку у нас в портфолио включено эссе как один из базовых элементов портфолио. Можно отправить нам на почту эссе, мы проверим, выставим предварительные баллы, и дальше можно уже будет скорректировать по комментариям академических руководителей итоговое эссе при загрузке в личный кабинет. Структура портфолио, она типична, и во многих вузах она в России одинакова. Значит, вот у нас структура портфолио выглядит следующим образом. Это эссе, занимает большую часть. Эссе, естественно, по достаточно непростым, но интересным темам, с которыми надо поразбираться. Например, на управлении проектами тема эссе может звучать «Как правильно управлять портфелем предприятия и прогнозировать», да, и надо будет это расписать со ссылками на источники. Темы достаточно интересные, но надо проработать и вот эту аналитическую составляющую, то есть изучить источники, изучить литературу. Второй большой блок в портфолио – это средний балл по документу об образовании, по диплому или по справке об успеваемости с предыдущего учебного заведения, ну и различные дополнительные, как мы их называем, supplementary criteria в портфолио, дополнительные критерии. Это, собственно, международный сертификат IELTS, TOEFL или BEC. Если есть у абитуриентов международные публикации, научные публикации, мы их, естественно, все признаем и добавляем за них дополнительные баллы. Это призовые места в студенческих олимпиадах, конкурсах и мотивационное письмо с указанием, а почему, собственно, тот или иной абитуриент решает поступать в целом в магистратуру. Как мы говорили, что, возможно, разные траектории. Вот в мотивационном письме будет оцениваться прежде всего, а почему вы хотите поступить именно в магистратуру и именно на ту программу, которую вы выберете. Собственно, после того, как эти документы будут готовы, шаг номер 4 – это их загрузить в личный кабинет и дальше получить решение комиссии, которое обычно появляется в течение 2 недель. Решения могут быть разные, как вы все понимаете, можно быть рекомендованным на бюджетные места, рекомендованным на коммерческие места. Многие университеты предоставляют стипендии при поступлении. Вышка предоставляет 3 типа грантов: 100% грант, это полностью бюджетное место, 50% грант на обучение и 25% грант. И, собственно, шаг 5, если уже решение комиссии принято, подготовить традиционный пакет документов, обычно это паспорта, медицинские справки, справки с места учебы. Собственно, на этом слайде приведены наши контакты, на этом мы с Никитой Александровичем будем завершать нашу презентацию. Здесь приведена моя личная почта, если кому-то будет интересно получить эту презентацию, еще раз ее рассмотреть, мы вам ее обязательно отправим. Здесь есть наш корпоративный телефон, Viber, WhatsApp, Telegram, пишите в любых мессенджерах, можете задавать нам вопросы, мы на все с радостью ответим. Ну и также есть кликабельные ссылки на сайт Высшей школы экономики, группу ВКонтакте и на наш Instagram.
Если кого-то заинтересовал наш рассказ, и кто-то хочет поделиться своими контактами, чтобы мы дальше связались и рассказали более подробно про какие-то программы и карьерные траектории наших выпускников этих программ, можно написать вашу электронную почту в чат в Zoom, или можно написать ее в Zoom в частное сообщение мне. Всем большое спасибо, будем рады ответить на ваши вопросы, если они есть. Спасибо. Большое спасибо. Уважаемые ребята, мы специально сегодня подключили наших специалистов из Российской Федерации для того, чтобы вы узнали, что, какие есть карьерные траектории, которые вам доступны уже после бакалавриата. Например, у меня бакалавриат был по менеджменту, потом специалитет по экономике предприятия, и потом уже аспирантура, да, с двумя детками я даже поступила в аспирантуру. Поэтому никогда не останавливайтесь, ребята. Продвигайтесь, обучайтесь, век живи, век учись. Это раньше было так, что в советское время только один диплом, и с ним вы могли работать всю жизнь. Сейчас не так. Сейчас нужно постоянно доказывать свою квалификацию и повышать. Еще раз большое спасибо Дмитрию и Никите Клюеву, руководителю отдела маркетинга и коммуникации, и Дмитрию Кашину. Благодарим еще раз. Так, и сейчас, ребята, информация о том, как поступить на госслужбу, как прийти к нам на практику, и краткую информацию о нашей деятельности Министерства экономики и финансов предоставит вам Табалдиева Джибара Точебековна, главный специалист отдела по работе с персоналом. Здравствуйте, дорогие наши гости, наши дорогие участники онлайн-конференции. Мы рады вас приветствовать в стенах нашего ведомства, Министерства экономики и финансов. До этого, как вы знаете, до марта 2021 года у нас было отдельное ведомство, Министерство финансов, Министерство экономики и других служб. Но постановлением Жолку Кенеша об утверждении структуры правительства 3 февраля 2021 года была утверждена структура правительства, где путем объединения Министерства экономики и Министерства финансов и соединением служб и ведомств данному министерству был утвержден новый состав правительства. И утверждено положение Министерства экономики и финансов Кыргызской Республики 10 марта 2021 года. Утверждено положение о вопросах Министерства экономики и финансов, где в структуру Министерства экономики и финансов вошли 20 подведомственных подразделений, в том числе и налоговая государственная служба при правительстве, таможенная служба, государственная служба интеллектуальной собственности и инноваций, государственная служба регулирования надзора за финансовым рынком, государственная служба финразведки, Государственное агентство управления бюджетными кредитами, Госагентство антимонопольного регулирования, Государственное агентство по продвижению и защите инвестиций, Фонд по управлению государственным имуществом, Институт исследований экономической политики, Департамент драгоценных металлов, Департамент государственных закупок, Департамент по делам банкротства, Департамент туризма, Государственное предприятие «Кыргызтуризм», учебный центр, Кыргызский центр аккредитации, центр стандартизации и метрологии, государственное учреждение, центр государственно-частного партнерства, государственное предприятие, центр единого окна в сфере внешней политики, также включены территориальное управление и представительство по вопросам Всемирной торговой организации. Конечно же, определена была цель Министерства экономики и финансов Кыргызской Республики. Если раньше
основной целью Министерства финансов было управление, эффективное управление государственными финансами. Сейчас уже перед Министерством экономики и финансов поставлена цель обеспечения социально-экономического прогресса и устойчивого развития Кыргызской Республики. И, конечно же, эффективное управление государственными финансами. В данное время сейчас идет утверждение положений подведомственных подразделений, разрабатываются новые положения подведомственных подразделений, вот всех тех ведомств, которые я перечислила, при Министерстве экономики и финансов. И после уже утверждения положений и нового штата у нас будут, конечно же, открыты вакансии. Вот что вам интересно, да? И, конечно же, при объявлении, при возникновении новых вакансий, как вы можете поступить к нам вот на службу? Наверное, этот вопрос вас очень интересует. При образовании вакантной должности мы размещаем объявление в уполномоченном государственном органе. Вы, как вы знаете, это государственная кадровая служба. Да, на сайте mkk.gov.kg вы можете узнать все-все вакансии, которые у нас есть по Кыргызстану, по всем министерствам и ведомствам. Зайдя в раздел вакансии, вы можете увидеть все вакансии, также все требования к должности, к заниманию должности. И все необходимые документы, необходимые квалификационные требования, какие уровни и направления образования. В основном у нас идет по всем, почти все должности требуют экономическое образование. Ну и некоторые управления, международные, юридические образования. Вы можете посмотреть и найти подходящие для себя должности и принять участие в конкурсе. Там будут объявлены сроки подачи документов, какие документы подать. И, конечно же, мы вас ждем. Вы можете подойти именно в отдел по работе с персоналом. И в соответствии с законами, уже регулирующими прохождение государственной службы, вы можете принять участие в конкурсе. Что еще сказать? Раньше, сейчас, вот в данный момент, при прохождении конкурса вы пройдете сначала первый этап, это рассмотрение документов. То есть мы смотрим комиссионно, подходите ли вы к участию в данной должности или нет. При допуске на участие в конкурсе мы даем заявку в центр тестирования. Правила прохождения центра тестирования. Сначала вы сдаете общие знания на тесты на знания общего законодательства. При прохождении порогового балла 50%, это 30 вопросов по основному законодательству, где будут включены законы по Конституции, законы общего знания законодательства. При получении более 15 баллов, 50%, да, вы будете допускаться к участию на тест на знание предметного законодательства. Также, получив пороговые баллы, 50 баллов, 15 баллов, то есть 50% 15 баллов, вы будете допущены на знание логических вопросов, и только потом кандидат, набравший наивысший балл, он приходит на собеседование к нам вот, в здание Министерства финансов, и мы проводим конкурсная комиссия проводит уже собеседование с кандидатом на выявление личностных качеств, на мотивацию, и комиссия уже рекомендует на назначение данного кандидата, либо отклоняет кандидатуру, если участник не так ответил на вопрос. Насчет прохождения практики. У нас есть очень много вузов, с которыми мы сотрудничаем. Они у нас проходят практику. Впоследствии, конечно же,
если вы покажете себя и проявите, естественно, мы очень даже стараемся, чтобы студенты могли пройти стажировку и помогаем, сотрудничаем. И можем оставить так, как бы на временные позиции, а, ну, естественно, на прохождение госслужбы вы должны пройти этап конкурса. Вас зовут. Да. Спасибо организаторам, которые организовали это мероприятие. И вопрос. Все, которые вы только что перечислили, да, вот департамент, нет, агентство по госзакупкам и департамент туризма, все это, оно относится, да, соответственно, с новым постановлением правительства Крымской Республики, Министерства экономики и финансов, да? Да. Подведомственных подразделений сейчас 20 подведомственных подразделений. Из них 5 служб, агентств и департаментов. Ага, то есть, которые вы только что перечислили, да, все они относятся к Министерству финансов и экономики. Так, второй вопрос. Все службы, да, которые свободно вакантные места всех подведомственных органов, например, других и министерств, все вакантные места отправляются на сайт государственной кадровой службы, да? Да. Все вакансии, не только Министерства экономики и финансов. Да, и других подведомственных органов, да? И подведомственных органов, и других служб, всех министерств и ведомств, они расположены на сайте Государственной кадровой службы в разделе «Вакансия». Спасибо. Добрый день. Меня зовут Илья, мы представляем КГТУ имени Искака Розакова. Мой вопрос заключается в том, например, у вас кадровое заполнение для ведомства идет по мере необходимости или у вас какой-то есть резерв? Правила заполнения вакантной должности следуют по следующему принципу. У нас в министерстве по итогам деятельности госслужащих создается внутренний резерв кадров. То есть все отличники, все сотрудники ведомства, получившие оценку «отлично», они включаются во внутренний резерв кадров. И сначала проводится конкурс среди лиц из внутреннего резерва кадров и национального резерва кадров. Национальный резерв кадров формируется полномочным государственным органом, это государственные кадровые службы. И при отсутствии кандидатов из внутреннего и национального резерва мы проводим открытый конкурс, который размещаем на сайте. Да. То есть по мере необходимости можно пройти тестирование и записаться, ну, как бы пройти в резерв, да, и по мере необходимости уже кандидат проходит в штаб. У нас есть возможность такая. По результатам открытого конкурса кандидат, набравший более 70% от общего количества баллов, то есть сейчас на данный момент, да, это вот 30 баллов по основному тесту, 30 баллов на знание законодательства по предметному тесту и 50 баллов на логические модели. В итоге 110 баллов всего. Кандидат, который набирает наивысший балл, он приходит на собеседование именно на занимание должности. А человек, который, еще есть же кандидаты, которые набрали более 70% баллов от общего количества, но не рекомендованы на должность, они могут быть рекомендованы на включение во внутренний резерв кадров. И им дает это очередное право участвовать в конкурсе из внутреннего резерва. То есть там и меньше желающих, наверное, и сдают тестирование только на знание предметного законодательства. То есть по основному они не сдают. Все, спасибо большое.
Если вам интересно, могу рассказать, но это будет очень долго, по государственной гражданской службе в целом, какими законами регулируется, какие виды служб государства существуют. Нет? Или вопрос-ответ вам больше интересен? Да? Хорошо. Здравствуйте, я с Киева, Сколько. У нас вот с апреля, в конце месяца будет практика, и можно ли к вам попасть? Как можно? Да, КУ, да, вы сказали? Да, да, да. У нас с Кыргызским экономическим университетом есть договор, на основании которого вы можете принести направление для прохождения практики в Министерстве финансов. И по заявкам наших сотрудников мы можем вас распределить уже по управлениям и сделать. Вы можете подойти в 105-й кабинет именно ко мне, обалдевать пару ключей. Ну, естественно, конечно, ограниченное количество студентов мы принимаем. С каждым университетом у нас есть договор на принятие определенного количества студентов. А у вас есть договор с университетом Адам? Нет, к сожалению, у нас с университетом с вашим нет договора. Но ваше руководство может направить нам договор, и мы рассмотрим условия сотрудничества. А без договора? Без договора нет, мы не принимаем. Извините, вы с региона можете брать на практику? С регионов? Да, у нас есть территориальное управление. С регионов можете брать на практику? Да, конечно, у нас в регионах, в каждом регионе у нас есть территориальное управление Министерства экономики и финансов. И вы можете подать уже туда непосредственно направление принести. Руководители могут с вами уже пособеседовать. И... Это местные обладминистрации, да? А в Минфин нет, никак нельзя, районные, да? Управления. Это и есть районные, управление, да? Министерства финансов, территориальное управление Министерства финансов, экономики и финансов. Спасибо. Я еще раз извиняюсь, вы можете непосредственно, конечно, позвонить нам в отдел по работе с персоналом, и мы вам организуем прохождение практики в наших территориальных подразделениях. А, да, у меня вопрос. Я РПС Кыргызстанского университета. А где можно увидеть, есть ли вот на сайте, где-то с какими университетами у вас договоренности, сколько мест каждому университету дано? Где можно это увидеть? Непосредственно к вам обращаться и узнавать об этом? Да, вы можете непосредственно обратиться к нам, но мы рассмотрим вопрос о размещении данной информации на нашем сайте, чтобы вам было проще. И сколько заявок, и сколько студентов мы уже приняли, да, уже на данный момент, и есть ли места, да? Ага. Хорошо. А с КРСУ есть, да, договор? С КРСУ у нас есть договор, да. Ага, спасибо. Да, здравствуйте, я с Нарзанского государственного университета, заведующая кафедрой бухгалтерского учета, финансы и туризм. Хотелось бы мне спросить, мы можем с вами составить договор с Нарзанским государственным университетом, чтобы тоже наши студенты проходили у вас практику, да? У нас, по крайней мере, наверное, у нас пока еще договор не составлен. Да, у нас договора нету. Данный вопрос предстоит рассмотреть, конечно же, нашему руководству. Вы напишите сопроводительное письмо и ваш вариант договора на имя статс-секретаря Шамшиева. И руководство рассмотрит. Ага, спасибо. Я до этого вам задавала вопрос тоже. Мы с Иркутского государственного университета, факультета экономики и туризма. Я на сегодняшний день являюсь деканом. Спасибо организаторам сегодняшней конференции. Очень много было полезной информации. Насчет практики. Вот, а если ребенок, вот, студент желает именно вот в головном, именно в Министерстве экономики и финансов практику пройти, такое возможно, да? Ну, вопрос, конечно, можно рассмотреть, но нужно еще как бы учитывать эпидемиологическую ситуацию в стране.
если это, конечно, возможно, каждое ваше предложение будет рассмотрено руководством, о чем у вас сообщили. Спасибо. У меня еще третий вопрос. Да. Меня зовут Астабек, я с третьего курса Кыргызской технического университета имени Разакова. При трудоустройстве на государственных службах вы говорили, на каком основании проводится этот отбор, это логическая модель и еще законы должны знать, как. Можете еще повторить этот? Хорошо, вас интересует этапы прохождения. Да. Угу. Основные этапы прохождения. Спасибо. При возникновении вакантной должности каждый госорган должен уведомить об этом уполномоченный государственный орган, государственную кадровую службу. И первый этап, это значит прохождение при возникновении государственной должности административной, мы проводим конкурс из числа лиц, находящихся во внутреннем резерве кадров нашего ведомства. Далее, если эта должность является главной должностью, то есть руководящей должностью соотносится, мы отправляем запрос из лиц национального резерва кадров. Если конкурс проходит и замещается из лиц внутреннего и национального резерва кадров, все, у нас должность является замещенной. И если нет желающих или по какой-то причине не был назначен тот кандидат, который претендовал на эту должность из лиц внутреннего резерва, мы проводим открытый конкурс. Открытый конкурс состоит из трех этапов. Значит, первое, вы идете в центр тестирования. После рассмотрения документов вы идете в центр тестирования, проходите тест на знание общего законодательства, который включает в себя 30 вопросов. При наборе 50 баллов, то есть более 15 баллов из 30 вопросов, вы допускаетесь к следующему этапу на прохождение тестирования на знание предметного. Сейчас, уважаемые наши онлайн-слушатели, отключите микрофоны, пожалуйста, вы мешаете. Саламатсызбы? А менде бир суроо бар. Логические модели, и кто набирает наивысший балл, тот уже идет к нам на собеседование. И конкурсная комиссия, проведя собеседование на выявление личностных качеств, мотивации, рекомендует или отклоняет данную кандидатуру на назначение на эту должность. Вот он. Саламатсызбы? Наверное, вышло, да? Ну что, уважаемые ребята, если нет вопросов, да, больше? У нас время подошло, мы как-то рассчитывали, ровно полтора часа уложились, да? И у нас, наоборот, обратная просьба к вам. Постоянно, в основном, все студенты приходят на практику в апреле, да? С апреля начиная. Да, в апреле, май, июнь. Вот да. Это нам очень неудобно. Было бы замечательно, если бы ваши вузы сделали какой-то плавающий график практик. Нам очень нужны практики в ноябре, да, практиканты, в декабре особенно. В конце года. Да, в конце года нам очень нужны практиканты, но почему-то у вас график, он жесткий, не плавающий. Вы поговорите, пожалуйста, с вашими заведующими кафедрами. Мы иногда, например, наш учебный центр, даже студентов берем по полдня, например, после работы, после учебы, они у нас по полдня проходят практику. Поэтому даже такое возможно, ведь у Министерства экономики и финансов теперь аж 20 подведомственных подразделений. Поэтому давайте думать, находить какие-то новые решения. Да? И если есть прям такое желание, мы можем вам, допустим, практику организовать в ноябре, в декабре, а потом, когда у вас стоит официальный график, тогда поставить печать. Можно и так договориться.
чтобы все прям вот в одно время толпой не пришли. Мы тоже не резиновые, и сюда столько человек мы разместить, конечно же, не можем. Вы тоже, ребят, не обижайтесь. Хорошо? По мере возможности, вот здесь вот начальник отдела кадров, Умарова Айгуля Абдрановна, вот, она слушает. Здесь у нас вот руководитель пресс-службы. Все ваши вопросы мы регистрируем, ребят. Для нас каждый ваш отзыв важен. Если у вас больше нет вопросов, да, Джипари, еще хотелось есть? Бы отметить, что среди студентов, которые проходят у нас практику, да, очень много наших сотрудников, которые уже, вот, проходя практику, показали себя с лучшей стороны. И потом сейчас очень много наших хороших очень коллег, которые именно проходя практику, уже в дальнейшем устроились и стали нашими коллегами, чего я вам желаю. Да, и, ребят, хоть звезда у вас во лбу, если вы не коммуникабельны, не умеете общаться, не можете подстроиться под коллектив, то вам будет сложно. Поэтому работайте над собой тоже, ораторское мастерство, изучайте языки. Сейчас нельзя сказать, что ты должен быть только экономист. Ты должен владеть и компьютерными технологиями, и переводить тут же должен, потому что некогда мне, например, нанимать отдельно там переводчика и отдельно айтишника. Нет, у меня 3-4 профессии в одном. Поэтому вот это важно тоже, чтобы вы были всесторонне развиты. Не надо только в экономику вдаваться, изучайте и право. И очень часто бывает, что и правовые вопросы нам тоже нужно решать. Но особенно вот IT-технологии, конечно же, вы должны знать. Желательно языки, потому что отдельно нанимать сотрудника международный отдел, который бы переписывался, например, там с США или еще с другими странами, я тоже не могу. У нас же ограниченный штат. Поэтому мне было бы классно, если бы ребенок знал и английский, и компьютеры, и все. И вот такое мы заберем руками и ногами. Еще и чтобы коммуникабельный, улыбчивый и шустрый был. Да, еще хотелось бы тоже сказать, да, что у нас высококвалифицированные специалисты именно в сфере госслужбы нашей страны, да, прошли именно школу Министерства финансов. Очень много известных деятелей, известных людей, которые вот прошли именно школу Министерства финансов, и все это отмечают. И поэтому даже пройдя практику, а тем более ты поработал здесь, вы идете вот как бы в будущее. Ну все, спасибо, ребят. Всю информацию мы вышлем вам на почту. Вот Ростов-Мобед на презентацию благодарю, да, Джипара презентацию я благодарю, да. Высшую школу экономики обязательно их презентацию и нашего учебного центра тоже. До встречи, до свидания. Давайте сделаем общее для сайта, да? Где наши пресс-службы? Как нам лучше стать? Джомарт командует? Вот здесь, наверное, да, чтобы вот так кто-то вверх